Ебать, это слышите, это твой... Этот воин уже на главной странице, блять. Блять, воин 8 минут назад выложил уже на главной странице, боже. Шок. На втором месте на главной странице, блять. Боже. Бля. Что-то в такой вглубь в голос, нахуй. Бать, это в голос. Да боже, блядь. Что? Я. Что? Я. Что? Кто? Я. Довольно-таки красивый ход. Ну да, 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 рассказывай, рассказывай, да, да. Да, да, рассказывай, да, 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 расскажи, ебать. Расскажи, что ты с Сизерой, конечно же, рольнешь АУЕшку. Да, 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 да. Но я тебе расскажу, что мой арканит... Мой арканит Рипер не такие лица ломал. Минусой приста. Минусой приста, блядь. Блять, а интересно, если минуса оставить деки, она же выходит из топа, да? Можно приставить засунуть. Ой, бля, ладно. Блять. Ладно. Ладно, нормально все. Хороший сайт пиротворный. Чисто, наверное. Блять, можно консидать уже. Да-да, блять, консид. Работают русские. Я думаю, что это жуткий как-сар. Почему? Потому что мы на один урон больше нанесем в итоге. Скиллфайр. Ой-ой-ой, как хочется каркона поставить, но нельзя. Мама учила не ставить. Я только крабов из ханта убрал, тут три пиротвара подряд. Ой, боже. Это пиздец, ор. Ор на весь Дренор. Дренор в скобочках, блядь, и Твич. Да, ебать, да-да. Интересно, если я сектанту поставлю, это лучше будет? Давайте посчитаем, мы можем застапить леталос? Мы ставим каркона, мы наносим 6... нет, это не летал. По-моему, сектанту. Рафлан, блядь. На самом-то деле, блядь, манипулятор это неприятно, вот что хочу сказать. Ты был летал. Ту-ру-ру-ру-ру. Таракан Петрович, так. Тараканы Петровича едят. Фу. Тараканов они едят, дядя. Что ты делаешь, блядь? Что это за последовательность? Рафлан Тараканыч. Манипуляция метой. Но на самом-то деле, ну, на этот сайт очень много людей заходит, и отсюда как бы очень много людей, кто играет. Короче... Этот сайт очень влиятельный на мету. Типа, если приз какой-то в топе, там очень много будет игроков на Европе, Америке, на этой деке. Прислушиваться, короче, к этому сайту. Я тоже часто чекаю, но я там для себя определенные колоды ищу. О. Вот это уже более интересный заход. Это что-то типа темпа деки, просто... Которая выигрывает вепоном. Ну, типа, надо просто пробустить хотя бы 10 урона в начале, а потом уже они трипер делают свою работу. То есть по гайду работать. Ну, смотрите, мы ставим сейчас дракончика, пирата. Если пират не умирает, мы выигрываем игру. Почему? Вот подумайте. Почему? Потому что дальше аркани трипер 2 таунта, который будет 4 хп, они не умрут, в итоге они нанесут свои 8 урона и в итоге пиздают ему престол. Блять, мразь ебаная, ну.
Придется играть. Возможно, даже ударяться. Да, ну ударяться, ну это же такая помойка. Но если там дракон есть, нужен мне пухом, реально. Типа уешный. Под уешного еще один дракон нужен, в общем суть. Скажи работягам, чтобы сделали картинку портретного героя с этим смайлом, как с Грэмом на БТР-друиде. Как они это сделают физически? Что это за хуйня? Смотрите, мы делаем, типа, трейд два пирата. Если там есть дракон на УЕ, ну, земля пухом, реально. Я не играю от него. Я не могу от него себе позволить играть, в общем. Просто если он есть, я проигрываю, если нет, то есть шанс на вин хороший. Довольно-таки киберспортивно. Вот это уже интересно. Блять, даун, что ли, слышь? Очень... Ватского клика. Ну, кто, интересно, эту глину придумал, блядь? Кто этого глинопреста придумал? Ну, там, блядь, хил поушен есть еще, походу. Петух, блядь. Петух. Ну буду рашить его в лицо, что сказать, пусть дракона своего играет, если он все-таки есть Dragon Fight. Ну, я не могу ведь мне чего играть, короче. Ничего нет, вау. Зетолот придумал. Ну, блядь, Зетолот пиздец, глиномест на этом престе, конечно. Вот просто человек всю игру, всю жизнь играет на престе. Всю, сука, игру. Сколько ХС существует, он всегда на престе играет, жесть. Как с ума не сошел еще. Краб нужен в идеале. Краб вин. И тоже неплохо. Я хотел бы законить на самом деле дракончика, чтобы затрейдиться на халяву, но в итоге, если там баф будет. Ой, блять, привычка уже. Типа, потом бы у меня слабый ход был бы. Просто стол сейчас держим, типа он. Если баф сделает, окей, не сделает, но это вообще пират будет супер изи. Зубочистка выигрывает игру в соло. Потом какой-нибудь краба найдем, по темпу передаем anyway. Это уже очень хороший старт. Трейд. Интересно. Ок. Ок, мистер. Ок, мистер Трейдерину. Go next. МБ это даже как можно больше существ для того, чтобы от Тарима сыграть. В этом смысл. МБ. МБ это максимальное количество миньонов, чтобы от Тарима сыграть. Или от какого-то жонглера рандомного, чтобы максимально застапить летал на следующий ход. Прям максимально, максимально. Ибо value swap навсегда реализую, а существ потом не реализую никогда. Coming condition, mirror, контроль локов. Рин, ДК, темп, фатиг, много. Смотря как у тебя сборка, смотря как ты играешь, там, там много стратегий есть. Я предпочитаю через глиномесиво и таунты. Если это куб против какого-нибудь контроля, не знаю, сложно. Без краба выиграли. Да-да-я. Пиздец, фейсвар, у которого занерфили пушку, у которого занерфили патчи, сойдет с винрейтом 70% в эру, блять, контроль варлоков, престоп, охуеть. Что просто? Алло! Вот так вот. 14 часов. Меня просто колдоебит, блять.
Блять, этот кастон заебал уже, хватит. Алло, ебать! Алло, ебать! Сосать! Да. Ой, боже. Вепен! Вепен! Не, ну про момент, типа, как показывают сосать, это смешно. Ну ёбаный ты Кеша на взлет, иди нахуй. Придется крипером биться в 3-3, чтобы он лицом, на лицо в итоге принял себе 8 урона. Ну, блин. Сын маминой... А чё за мем с сыном маминой подруги? Теперь, блядь, теперь, блядь, вся предложка забита. Что это? Что это за мемы, блядь? Что это за мемы? А, он на лицо принял? Вау! А ты любишь на лицо? Понял. Ебать, наличик, это 8 урона? А 8 урона просто так на лицо не падают, дружок. Да-да, я. Что за сын маминой подруги? Ну что это? Что за мем? Что за мем? Изи, блядь. Неплохо сыграно. Well played. Thank you very much and very well. Very good. Good luck and fun. Fuck boy. Fuck you, leather man. Там прикол этого смайла, это огнетушитель, типа. Крабы за сегодня сыграли раза три, жесть. Да, не выключу стрим, пока не добью легенду. В скобочках такая себе. Я бан. Да-да, from England. Да-да-да, блять, иди нахуй, боже. Этот панчес ебучий, конечно. Панчеса нельзя ставить, потому что там дефайл будет тогда. Панчес это... Панчес говорит Игорь. Игорь так говорит, Игорь. Чего, блядь? Блядь, из-за панчеса... Зачем он консиднул? Типа, у меня ж панчес без чаржа. Недавно. Бля, футболку мазью испачкал. Пока я тебя не пошел нахуй, долбоёб. Грязный рот. У тебя минута. Ссылка удалена. Извините за мат. Ссылка удалена. Блять, даун, ты меня отвлек нахуй, я плей неправильно сделал. Ордер. С ордер. Ордер на арест за кражу моего сердечка. Да-да, его. А, зубочистки поебали. Так-то хорошая рука, у него бы еще проиграл. Бабл посрать. Да-да, я. Короче, похуй. Кеша на взлет. Кровь и золото. Спасибо. В итоге, кстати говоря, этот один урон зарешал, не потому что я потерял спасибо. Лишнее существо. Выебу твою мать так, шепотом не узнаешь ее. Хуй блять, она толстожопая. Больше так не пиши. Больше так не пиши, а то очень оскорбительно. By the way. Посмотрите на винрейт. 31, блядь, 13, сука. 31, 13.